Добрый день, мои маленькие любители косплея! Сегодня я вам расскажу о фестивале Тогучи 2014, который прошел в ДК «Прожектор» 18 мая. Нам пришлось ретироваться с прошлого места съемки, потому что проснулся водитель Япуши, автомобиля доставки Япуши. Вот. Соответственно, продолжим дальше. Объявляю благодарность Марии за то, что она помогла довольно быстро в некотором роде проблем. Вот. Из минусов мероприятия, вот, даже не минус, а такая небольшая штука, которая нам не понравилась, это можно сказать про аккредитованных фотографов и видеооператоров. Ну, чтобы был первый ряд, желательно свободен под них. Потому что, когда мы приходили, начиная со второго по четвертый блок, он обычно был уже занят. И нам приходилось снимать сбоку, что очень плохо. Особенно для видео. Вот. Как бы не хотелось бы, чтобы сидели на этом ряду обычные зрители. И косплееры даже. Потому что они любят перемещаться. Иногда разговаривать. Это все попадает в кадр, соответственно. Вот. Ну, это единственное, что нам не очень понравилось. А так, в принципе, все очень классно. А, хоть зал и немного был старый, но он, в принципе, комфортный. Звук был неплохой, в отличие от предыдущего мероприятия, не будем говорить какого. Вот, а свет тоже, кстати, был хороший. А, что еще можно сказать? Экран на сцене был маленький, в принципе, но это, можно сказать, что плюс. Потому что задний фон был однородный. Это хорошо для съемки, для фото и видеосъемки. Вот. Кофе нам понравился. Хоть и стоит 35 рублей всего лишь, но это нормальный зерновой кофе. Хоть и из аппаратов. Это нас даже удивило очень. Это большой плюс. Потому что мы очень любим кофе. Мы не пьем ни алкоголь, не курим сигареты, но пьем кофе. А вот. Теперь давайте передам отдельные приветы косплеерам некоторым. Вигбер, ты обещала латекс, но его не было. Но твое выступление с компьютером очень понравилось. Классно выкрутилось, то, что сделал такую копию нетбука, который можно было разбить, не повредив там ничего толком серьезного. Так, кто еще понравился? Анастасия Разгильдяев. И Настя Подвязная очень удивили, приятно, своим косплеем в начале мероприятия. Совсем не ждали. Очень красиво, очень понравилось. Вот. Таори понравилось, на улице мы фоткали ее. Голуби. Зашибись, голуби. Саша Ардан. Выступление было очень классно. По Black Rock Shooter. Нам очень понравилось. Оно даже местами было эротично, особенно в конце. Вот. Привет, лисички. Мы с ней классно пообщались. Выступила тоже классно. Очень красиво. Вот, дальше. Караокера. Тифа. Молодец, для первого раза. Очень хорошо. Так бежать. Нам понравились эльфийки еще. Первый раз начали замечать их. Вот, девочка в караоке пела тоже эльфиечка. Очень красиво. Вот, в целом о мероприятии. Нам понравилось. Продолжайте дальше, ребята. Так держать. Все. До свидания. До новых встреч.